Вот, друзья. Такой вот этот пункт. Вот мы видим впереди как раз прямо по курсу офис Бета. Это то место, куда заходят непосредственно беженцы. Вот, там как раз записалась Айнура. Там как раз вас также вы будете записываться, вас будут допрашивать. Вот, мы видим прямо по курсу. Как раз где сейчас вышел офицер. Вот, а здесь мы сейчас видим вот очередь, это заход в непосредственно территорию США по легальному, либо по визе, либо по гражданству. Вот, потому что если вы пойдете туда без визы, вот, вас не пустят. Вот. Так, можем немножко пройтись. Кстати, по поводу интернета, интернет в Мексике очень слабый. Вот, 4G не везде ловит, 3G в основном. Вот, поэтому обязательно покупайте местную сим-карту, потому что с какой-то связью, с роумингом, допустим, с РФ, у вас тут ничего не будет ловить. Столько много людей. Многие американцы приезжают в Мексику, чтобы делать свои дела. Там много сейчас, много идей для бизнеса. Вот. Вот непосредственно вот туда, там как раз находится офис Бета. Вам нужно будет подниматься туда. Вот. А дальше, если вы пойдете, то как раз этот туннель ведет в Соединенные Штаты. Сейчас попробуем дойти до конца. Тут какие-то магазинчики, музыканты. На территории США. Вот, собственно, можете видеть все своими глазами. Вот, и ежедневно очень много людей, несколько сотен проходит, а, наверное, даже и тысячи проходят через эти ворота. Все, друзья, оставайтесь на связи, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал. Еще раз
Единственное, напоминаю, что можете написать в директ, и с вами непременно свяжутся наши менеджеры, может быть, я сам, потому что у нас разница с Москвой минус 10 часов. Если я буду на связи, я вам обязательно наберу и поделюсь с вами опытом. Все, друзья, увидимся в эмиграции, увидимся в Москве. Вот, всем удачи в эмиграции, всем пока.